Привет, ребята! Этим видео я начинаю новую рубрику на канале. Будем рисовать известные логотипы, знакомиться с идеями, а также короткими историями их создания. Каждый раз я буду подбирать такие логотипы, для которых нужно использовать разные инструменты, техники и лайфхаки в иллюстраторе. К примеру, сегодня мы будем рисовать логотип TikTok, а вместе с ним научимся делать анаглиф или 3D-эффект в Adobe Illustrator. Поехали! Логотип приложения TikTok незамысловат и легко запоминается. Он представлен комбинированной эмблемой, которая состоит из графической и текстовой части. Эмблема представляет собой схематично изображенную ноту, по другим данным букву D, обозначающую один из звуков музыки, и надпись. Название приложения расположено справа от картинки. Графический символ имеет необычную расцветку, напоминает 3D-фильтр. В таком же стиле выполнена буква O в надписи. С момента появления логотип TikTok не особо изменился. Эмблема 2016 года состояла только из графического элемента. В 2017 году фирменный знак был дополнен надписью с названием. Она была расположена под символом. Шрифт, как видим, простой, ровный и без засечек. Название TikTok разделено на два слова. В 2018 году шрифт слов TikTok несколько изменили. Он стал более рубленым. Кроме этого, если раньше между текстовыми элементами был отчетливо заметен пробел, то в новом варианте он практически отсутствует. Также немного изменилась надпись. В изначальной версии она была полностью черно-белая, а в 2018 году был сделан цветной акцент на букву О. Благодаря такому дизайнерскому решению композиция выглядит цельной и логически завершенной. Нарисовать логотип ТикТока несложно, и сейчас вы сами в этом убедитесь. Рисуем круг размером 180 на 180 пикселей. Толщина обводки 69 пунктов. Теперь создаем еще один круг размером 250 на 250 пикселей. Дальше пером рисуем вертикальную линию длиной 265 пикселей. Размещаем линию таким образом, чтобы нижняя ее точка была в том же месте, где крайняя правая точка круга. Затем выделяем большой круг и линию и делаем выравнивание. Дальше тянем круг немного вверх, чтобы не было видно стыка фигур. Выбираем инструмент прямое выделение и удаляем две точки большого круга. Теперь рисуем квадратик размером 38 на 38 пикселей. Меняем обводку и заливку местами. Сделаем более яркий и заметный цвет. Растягиваем и выравниваем с нашей линией. Выделяем круг. Переходим в объект. Разобрать. Дальше выделяем прямоугольник и круг и делаем вычитание. Оставшиеся фигуры также разбираем. И все, что у нас получилось, объединяем в один объект. Рисуем квадратик 19 на 19 пикселей, то есть в половину меньше, чем предыдущий. Перекрасим его и выравниваем так, как я показываю на экране. Именно на это расстояние я продублирую нашу ноту еще раз. Кстати, дублировать нужно с зажатым Alt и Shift, чтобы фигура шла ровно под углом 45 градусов. Можем удалить квадратик. Верхнюю фигуру перекрашиваем в голубой цвет. Можете сохранить себе код этого цвета. А нижний слой делаем розовым. Выделяем голубую фигуру, переходим в режим наложения и делаем режим наложения Difference. Эффект анаглиф готов. Теперь поработаем с названием. Пишем TikTok, выбираем шрифт, настраиваем размер, разбираем фигуру и разгруппируем элементы. Поработаем с буквой I. Точку сделаем поменьше, диаметром 53 пикселя. Выровняем ее по верху буквы T. Нижнюю часть буквы сделаем ниже. Теперь выделяем эту точку буквы T и перемещаем ее на 10 пикселей влево. Если у вас шаг 1 пиксель, то можете просто посчитать. Сделаем верхнюю часть буквы немножко длиннее. Выделяем две точки и переносим на 10 пикселей вправо. Продублируем букву. Выровняем по левому краю со второй буквой и удаляем ту, что была ранее. Подправим верхнюю часть буквы K. Рисуем прямоугольник. Выделяем вместе с буквой
и делаем вычитание. Теперь она смотрится более гармонично и находится на одной прямой с буквой T. Подвинем букву немножко влево и продублируем ее в конец названия. Нам осталось отредактировать букву О. Пером с минусом удалим внутренние точки. Перекрасим нашу букву в розовый цвет. Продублируем круг с буквы I, вставим по центру буквы О и увеличим по ширине и высоте до 87 пикселей. Дальше рисуем маленький квадратик размером 12 на 12 пикселей. Перекрасим его в другой цвет. Разместим слева от буквы О. Продублируем букву на такое расстояние, как квадратик. Пипеткой поменяем ей заливку на голубой цвет с режимом наложения. Удаляем квадратик. Выделяем три круга. Делаем выравнивание. Копируем и вставляем в то же место маленький круг. Выделяем один из маленьких кругов и круг с голубым фоном и делаем вычитание. А теперь второй круг и розовую букву О. И также делаем вычитание. Нам получилось сделать такой вот 3D-эффект на букве О. Еще давайте ее немножко визуально выровняем относительно других букв. Есть! Логотип готов! Вашим домашним заданием будет сделать название своей любимой музыкальной группы в стиле логотипа TikTok, выставить его в Instagram с хэштегом Gloriant и отметить страничку Unbuild. Все ваши работы я выставлю в сторис своего аккаунта, ну а лучшие из них попадут в видео на канале. А на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, мои соцсети, Instagram, Telegram, Facebook, ВКонтакте. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео на канале. С вами была Адолька, до встречи!